Все готово. Рад слышать. Ха! Я так и знал, что ты будешь с нами. Отличная новость. Мы вместе отвоюем Скайрим, да? Слушайте меня, эти имперцы. Не случайно. Их шпионы, должно быть, выяснили, что мы знаем про корону. Своего и пали его. Атакуем по моему сигналу. Пора показать, из чего вы. Мне надоело! У меня есть для тебя кое-что. Подойди поближе и получишь. Зал истории. Ого. Должно быть, мы уже вот близко. Вот это да. О, я слышал. Говорят, это действительно. Быстро.
оставивших это место. Жаль, что мы не можем прочесть надписи. Кто знает, что за секреты в них сокрыты. И все сразу. Сейчас мы ищем корону. На рисунках есть корона? Похоже, имперцы дальше не прошли. Даже если эти рисунки покажут нам, где корона, уверен, нам придется придумать. Пройти за эту дверь. Пробуй разгадать эту загадку, салага. Я проверю вон те рисунки. Скажи мне, если что-нибудь найдешь. Имперцев много, и они хорошо вооружены. Нам надо держаться вместе. Похоже на коготь от каменной статуи. Интересно, для чего он нужен. Молодец! Ладно, солдаты, смотреть в оба! Неизвестно, что нас ждет внизу. Мне это нравится все меньше и меньше. Пошли, парни! Рассредоточьтесь и посмотрите, что тут есть. Будем надеяться, что мы всех перебили. Пошли! Видите корону с этого драуга.
сторону Виндхельм. Как можно скорее. И скажи Ульфрику, что с него будет. Этот город задержится и посмотрит, не найдется ли сюда сердце скорбит, окладит. Братья Бури одерживают победу за победой. Тулей квартируют. Провалиться мне в Обливион. Старый медведь был прав. Все прошло чисто. Вот и молодец. Все подробности мне...